более подробно посмотрим процесс годового планирования. Как говорил уже, процесс планирования объема работ по ТАИР у нас состоит из трех подпроцессов. Это долгосрочное планирование, на этапе там, от 3 лет и выше. Годовое планирование и процесс месячного планирования. То есть, соответственно, на вход у нас поступают различные справочники, заявки на ТАИР, технические отчеты, реестры рисков, разработанные на этапе предыдущих процессов. Ну и результаты последовательно. Долгосрочный план работ по ТАИР, также он поступает на годовой. В годовом плане годовой план, результат, он поступает на месячный план. Ну и результаты месячного плана, это месячный план работ на месяц.